Всем добрый день снова. Это у нас самосвальный полуприцеп универсального типа, он у нас называется гибрид. У него стоит гидроцилиндр с обратным штоком, то есть здесь задний свал. Полуприцеп предназначен для перевозки сельхозпродукции. Здесь толщина панели борта металл 1,5 мм. Пол 2,5. Также отбойник, инструментальный ящик. Две первые подъемные оси, оси барабанного типа, 12-тонные. Сзади по традиции распашные ворота. И дополнительные лючки для предварительной разгрузки. А, закрыты на хомуты, не будем отрывать. И главная особенность данного полуприцепа, что здесь левый борт, как вы видите, глухой. Правый борт, нижние клапана для выгрузки зерна. Но опять же еще раз напомню, что автоматически он поднимает только назад сам.